Друзья, всем приветик. Сергей, штат Кентаки, город Лексингтон. Сегодня 11 января 2024 года, вторая рабочая неделя в этом году. И у меня мастерской 2015 год, Toyota Tundra. Мои знакомые американцы пригнали трак на ремонт по механике. Сказали, что течет водяной насос, а 15 год, пробег 50 тысяч пробега. Вот такой чистенький, красивый салон. Я потом отдельно покажу, когда закончу работу. Хозяин машины увидел в гараже, заметил на полу под двигательным отсеком капли антифриза и сказал: Сергей, течет водяной насос, пожалуйста, я приобрету все запчасти, мне нужно это все поменять. Ребята у меня ремонтируются уже много-много лет, поэтому они смело пригнали машину ко мне на ремонт. Машина на месте, установил освещение, чтобы было светло и удобно работать. Здесь двигатель 5,7 литра, восьмерка. Это здесь стоит цепь, здесь нет ремня. А сегодня объем работы меняю верхний и нижний патрубок радиатора охлаждения, ремень и насос, водяной насос и сам термостат. Все запчасти оригинальные, с дилера. Так что и антифриз, две канистры антифриза. Так что все готово к ремонту. Поехали. Пока сливается антифриз, начинаю разборку сверху. Для начала нужно снять верхний патрубок. Снимаю шрауд фен и фен. Ребят, многие детали, мне трудно сказать, как называется по-русски. 27 лет в Америке все-таки сказывается. Любую деталь на машине с пальцем отлокни, скажу по-английски, по-русски будет проблематично. Поэтому, если я иногда говорю какие-то детали по-английски, ну, как говорится, sorry. В общем, еще раз, шрауд фен, фен и upper radiator hose. Поехали. Значит, снял ремень, потом снял этот, идет вентилятор. Вентилятор крепится вот на это место. Его крепят 4 гайки и шкаф. Шкив идет, гайки на 12. Это пулы и 4 болта на 12 идет, находится на самом насосе. А вентилятор снимается вместе с этим корпусом. Корпус крепится 2 болтиками на 10 только наверху. И потом вместе с вентилятором поднимается вверх. Ну и сам водяной насос, давайте я покажу, находится вот здесь. Вот так его хорошо в зеркальце видно. Видно, что он, антифриз подтекает. Так что можно смело его снимать, и все будет в порядке. Вот на это место, вот это колечко, 3 болтика на 12. И сюда крепится вот этот корпус для термостата, хаузинг алюминиевый. Его было не так просто открутить, потому что многие болты, ну, вот эти все шланги были на пути для откручивания этих болтов. Поэтому здесь пришлось немножко поиграться, отключить один шланг, второй, третий. Четвертый, проводку, и в общем, ну, все в порядке. Так, теперь доступ к водяному насосу открыт. Осталось несколько болтов, и все, она может сниматься. Открутил все болты и по очередности поставил новый насос, потому что они все разные по длине, по размерам. Все, насос может сниматься. Вот такой насосик. Где он тут у нас тек? Где-то вот в этом районе. Теперь перебрасываю болты с новой помпы на старую, соблюдая очередность. Ставлю новое колечко, и все, можно устанавливать. Новый насос на месте. Все болты закрутил. Теперь устанавливаю этот корпус для термостата. 3 болта всего на 15. Работа идет к завершению. Насос стоит уже на месте. Полностью его все закрутил. Поставил корпус термостата. Термостат на месте. Поменял нижний патрубок охлаждения радиатора. Все на месте. Проводка на месте. Хомутики везде подключил. В общем, следующий идет шкив на водяной насос. Устанавливается для ремня. И второй шкив на вентилятор. Вот сюда за ним идет. Время установки ремня. Последовательность, конечно, я не помню, потому что здесь 8
шкивов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поэтому, как говорится, Google мне в помощь. Нашел диаграмму. Вот по ней сейчас и работаю. Закончил сборку всех агрегатов. Ремень на месте. Вентилятор установил. Крышка на месте. Подключил все патрубки и хомуты. Что, время заливать антифриз? Радиатор полный. Залил антифриз. На старт. Поехали. Пока машина прогревается, давайте я вам сделаю небольшой обзор, что происходит в гараже. Значит, первая неделя этого года я занимался этим траком. 2017 год Dodge, 19 год Dodge Ram. Удар был в переднюю часть, вот сюда. А страховая компания платит за ремонт. Изначально они выписали чек где-то на 3,5, плюс-минус, я сейчас не помню, будет детально в ролике. А потом я сделал дополнение к ремонту. В итоге страховка заплатила за эту работу 5900. Ролик выйдет скоро. Сегодня на улице идеальная классная погода, тепло, где-то плюс 10. Обещают на старый Новый год, который будет уже через послезавтра. Обещают похолодание и крещенские морозы со снегом. Так что все идет по графику. Ну, работа окончена, все в порядке. Выгоняем машину на улицу и подводим итог проделанной работы. 12 января, 10 утра, пятница. Все машины готовы, стоят на улице, ждут клиентов. Сегодня короткий день, день доставки машин. Toyota Tundra прогрелась, все в порядке. Система охлаждения работает четко. Давайте, работа окончена. Давайте я вам покажу салончик. Такой красивый, ухоженный. Эти клиенты уже у меня ремонтируются практически 20 лет. И все машинки свои гоняют только мне. Вау, здесь вообще там можно сидеть круто. Так, дождик пошел. Заходим вовнутрь. Пока клиент в пути, давайте подведу итог проделанной работы. Вот запчасти, которые я поменял. Два патрубка, ремень, водяной насос, термостат где-то там лежит и антифриз. Значит, за запчасти с дилера я заплатил $351. Это с моим дискаунтом. Так можно было набросить, наверное, еще $70 сверху. 351 запчасти. Работа 382. 4,5 часа на эту работу. Каждый час механической работы $85. Значит, 733 и плюс налог штата Кентаки 6% на работу и запчасти. Это $45. И итого выходит $778. Это работа. Вот такие дела. Все, ребят, поделился еще одной работкой в новом году. И, как говорится, всех с наступившим Новым годом. Завтра старый Новый год. Всех поздравляю и будем на связи. Это был Сергей. Всем пока-пока.